Самые закаленные спортсмены новгородские моржи вышли на первый старт еще до официального начала зимнего сезона. Заплыв с флагами они посвятили Дню народного единства. Этим спортсменам дождь и ветер не помеха. 17 моржей и белых медведей с флагами наперевес отправились в праздничный заплыв по волнам Седого Волхова. Никакого триколора, только самиздат. На небесно-синем фоне белый медведь, морж и девиз заплыва. Никакого намека на политические партии, только единство. Моржей с дистанции 25 метров и белых медведей, заплывающих на дальние расстояния. Все медведи и моржи вместе закаляются в день единства. Вода даже для этих любителей акваспорта не айс. Она, конечно, зимняя, да и ночные минусовые температуры на земле новгородской в ноябре не редкость. Но отсутствие снежного покрова добавляет и грязи на пятках, и экстремальных ощущений. Вода уже остыла до 2 градусов. Вот. Так что она сейчас зимняя, вот, и немножко даже колючая. Вот. Когда все покроется льдом Волхов, тогда она будет более такая мягкая, приятная. А сейчас пока она самая считается как бы самой холодной. Ну а официальный старт сезона любители зимнего плавания назначили на ближайшее воскресенье. 10 ноября они не просто откроют купальный сезон, будут отмечать большой юбилей. 50 лет со дня основания клуба моржей в Великом Новгороде. Ждут как ветеранов, так и новичков. Массовый заплыв приверженцев ЗОЖ стартует в 13:00.